Константин Генич. Мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Константин Генич, мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Константин Генич, мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Константин Генич, мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Константин Генич, мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Константин Генич, мы с вами на футболе. Здравствуйте. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игра началась. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Мяч перешел к другой команде. Соуза. Диа. Есть адрес у этой передачи. Далеко от ворот проходит.